Эдичка! Эдичка, Эдичка, просыпайся! Срочно просыпайся! Да не кричи, еще 5 минут, еще 5 минут, еще 5 минут. Пойдет. Ну просыпайся, я тебе иди, мама, ну быстро! Да что тебе надо, а? Ты понимаешь? Ребята, ребята, сегодня очень ответственный день. Мы так долго к этому шли и наконец-то пришли. Мы сможем найти ведьму, потому что у нас есть карта и наконец-то стать большими. Хоть в принципе, ребята, мы сейчас и станем большими, мы на это надеемся. Но нам очень понравилось быть маленькими. Поэтому если вы хотите видеть второй сезон, то не забываем ставить лайки, да, Женечка? Да, да, потому что, ребята, ваши лайки — это наша мотивация. Мы будем дальше выживать, если вы, конечно же, захотите. Канал Деградат Плей, здесь ты сможешь найти смешные нарезки, видосы и также контент, который поднимет тебе настроение и заставит улыбнуться. Поэтому заходи и подписывайся, скучно точно не будет. Да. Ну что, Жека, карта у тебя? Не потерял? Карта у меня, ну подожди, я тут еще новую броню тебе сшил, так что забирай, забирай. О, так, и еду возьми, потому что она очень ответственная, приключение. Да, это да. Так. Так, насчет карты, да, карта, ну-ка дай-ка выйти, надо посмотреть. Давай, выходи быстрее, я уже хочу большим стать. Так, карта. Ой, сейчас найдем ведьму, сейчас найдем. Знаешь, Эдичка, я что-то ничего не понимаю в этой карте. А ну посмотри. Да, дай мне. Где она? Так, карта. Вот она у тебя. Местонахождение. Ну как там? Нам сюда. Давай за мной. Ты понял, да, куда идти? Сюда, прямо сюда. А где эта ведьма-то? Ты скажи мне. Ведьма? Сюда, пошли, сюда. Куда сюда? Подожди, а ну-ка говори, куда? За мной, я все понимаю, я разбираюсь в картах, давай сюда, за мной. Ты уверен, Эдичка, ты уверен в этом? Ну, сейчас, да, еще раз посмотрю. Да, сюда, Жека, за мной. Вот, побежать. Ты меня пугаешь. Да, все нормально, все, не беспокойся. Это шахта, это не ведьма. Да, не сюда, шахта. Вот сюда, возле нее. Так, точно. Слушай, а у тебя, знаешь, что напрягает? А вот почему мы проснулись ночью? Потому что нельзя больше ждать. Ночью идем, ночью. Ну так. ладно, хорошо. Так, ну что, мы пришли, да? Мы сюда копать, да? Или куда? Мы кладем? Сейчас, не так. Нам точно сюда. Сюда, прямо вот сюда. Ты мне можешь сказать, куда мы идем? Я ничего не понимаю. К ведьме идем. Она вот где-то там. Я ее все понимаю. Тут она, конечно, секретами писала все. Но тут потом. Да сюда точно. Я уверен. Ну, куда посмотреть? Мне кажется, ты меня обманываешь. Ну на. Ты там и так нифига не понимаешь. Так, на. Ну вот видишь, иди. Давай, так, давай. Сбил меня с толку. Так. Точно, за мной, Жек. Так, ладно, иду. Ты мне не веришь? Сюда, 100%. Пошли. Пошли. Верю. Ой, курица затоптала немного, Жека. Ужас какой, так, Эдичка, ты осторожнее. Давай, сюда. Да чё, меня... А, цветок колется. Колется, роза, да, 100%. Так, давай сюда. Все, пришли? Почти, сюда пошли. Ты меня уже надоел, Эдичка, я ничего не понимаю. Так, она сюда показывает, карта вот что-то тут должно быть сейчас. Подожди меня, я не умею плавать. Да, какие плавать, не время, чтобы ванну принимать, давай, Джека. Да подожди, я не такой быстрый, как ты. Где ты? Забираюсь куда-то, где я потерял тебя? Вот, я тут, так. В какой-то мы лес стрёмненький зашли, но 100% тут, 100%. Так, сюда. Куда? Да, прямо, 100%, вот тут, прямо. уже почти тут, Жека. Доверься. Ага. Что-то тут. Там ведьма? В смысле, где ведьма? Какая ведьма? Там реально дом. Мы идем туда, ты уверен? Ты понимаешь, мы сейчас станем большими, прикинь! А если она нас еще меньше в молекулы какие-то превратит, ты этого хочешь? Да мы ее убьем и заберем зелье, не переживай, пойдем. Mm-hmm. Мы ее не убили, когда большими били, убьем сейчас, да? Да мы ее туда не хотели убивать, сейчас хотим. Ну ладно, пошли. Так. И что это у нас тут такое? Сейчас, дай карту проверю. Да какую карту, вот? Не, может мы не туда пришли, может мы куда-то вообще друг. Нет, тут, все показывает тут. Ну все, пойдем тогда быстрее. Эй, да. Вытащи же руку, дай. Ой, все, я вылез, так. Давай. Тебе не кажется, что здесь как-то давно уже никто не был? Паутины? Паутина, что в сундуке, что? В сундуке ничего. Ничего, даже не открывает, заклинило. Ну я, все, что я вижу, это... Я упал! Что там, Жека? Тут какая-то кровать. Да тут все в паутине, тут уже давно никто не живет. Карта, походу, обманула нас. Ну что, Жека, куда нам идти, а?
Я вот, знаешь, я не знаю, куда идти, но я вот точно могу тебе сказать, что у тебя в покет стрела. Ну спасибо, ты выстрелил? Не-не-не. Я так и понял. Ну смотри, Жека, тут единственный... Ну, я что-то не хочу туда спускаться, ну, там... Дебил! Женечка, ты как там? Если бы я в последнюю секунду не открыл карту, я бы умер сейчас, и все. Карту открыл? Ну в смысле, карта же как листочек работает, я могу летать. Да? Да, смотри, опа. Вот видишь? Ой, я прилетела. Прилетела, а, дебил. Так. Да я просто так притворяюсь. А чё ты радуешься? Ты посмотри, что тут такое. О, смотри. Ой, что это такое? Вы живы, мистер? Да. Скелет, ты дебил же? Какие живы, это скелет? Тут уже давно никто не был. Притворяется, это костюм, сейчас Хэллоуин просто. Угу. И ведьма тут все раздекорировала, да? Специально. Для да! нас. Это краска. Я сейчас подожди, я попробую, это краска. А ну. Ага, и чё? Это краска, да? Тебя не стошнило? Дивин. Нужно тебе было пробовать. Вкусная краска, да? Зарезали поросенка какого-то там, а ты пробуешь. Жека, у нас опять проблема. Какая проблема? Вот смотри, выбивать нету бестолку вообще, даже не пытайся. Не под... Хотя... Да, моя голова справится, да что-то. Ну давай. Я верю в тебя, я верю, давай, пробуй. Нет, не буду. Да давай, может поумнеешь да немного. Да нет. Смотри, тут есть лава. Попробуй ее, может тоже нам. Я полетел. О, точно, опа. Прикольно, мы забыли. Смотри, какой секретный проход тут. Там точно никого нету? Давай, быстрее! Все тут, пошли. Так, побежали. Смотри, кто-то... Эдичка, иди сюда, спрыгивай сюда. Опа. Смотри. Кто это? Ну-ка, если я по ним стрельну. Их там двое, Жека. Эдичка, он на меня смотрит. И на меня тоже, может, не будем туда спускаться? А, Джеронима! О, Эдичка, помоги! Жека, ты вообще дебил, ты вообще думаешь, когда что-то делаешь, а? Я убью его. А если бы их тут больше было? Да мы справимся. Смотри, какие-то таблички. Три двери. Так, давай читай, Жека. Это что за язык вообще, а? Какой-то... Это называется русский. Нет. Какой-то драконий транслит или что? Это, видимо... А, это язык лилипутов, я понял. А, ну давай, читай. Налево пойдешь, богатым станешь. Богатым? А что такое богатым? А, я понял. Это деньги. Деньги. Ну, теперь ты. Направо пойдешь, смерть найдешь. Пойдешь найдешь. Это что, рэпер какой-то писал, пойдешь найдешь? Не знаю. Ну, смерть я точно не хочу. Зачем нам идти туда, если там смерть? Так, читай. А прямо пойдешь, большим станешь. О! То, что нам нужно, Жека! Так, а что, как открыть? Так, отдайте мне что-нибудь. Да, сундучок. О, Жека. Там рычаг был? Не удивляйся, но тут только один рычаг. То есть нам реально нужно выбрать, куда пойти. Ты уверен? Подожди, хочу, а может деньги? И будешь ты мелким таким до конца жизни, что ты с этими деньгами будешь делать? Ну нет, подожди, мы пообещали подписчикам, что мы станем большими. Я не променяю деньги на подписчиков. Давай, открывай. Вот именно. Мои денежки. Жека, успокойся. Ты готов? Точно готов? Мои деньги! Я успокойся, Герри! Ты готов? Мои деньги! Я к вам вернусь, не слай! Я пошел, ты там иди за деньгами. Все, пошли. Да подожди! Ну, давай! Пойдем. Так, по карте сюда, хотя нам не нужна, но сюда, 100%. Ну что, Эдичка, побежали быстрее! Давай, быстрее. Чувствую, сейчас что-то будет! Твою мать! Что это? Жека, так тихо, спокойно! Куда? Нам сказали, что мы большим станем, а мы что-то большими не стали. Жека, ты где? Жека! Не пугай. Вот, да. Мы как бы вообще-то не в смерть пошли, а большими стать. Но мне кажется, там таблички перепутали. Да мне кажется, это проверка. Мы же все равно не знали, что мы маленькие, что лава нас спасет. Ладно, пошли дальше. Да. Ой, опять это лава. Жека, нам нужно взлетать. Я полетел. Давай. Куда это мы летим? Куда мы летим? Я не очень так понимаю, но 100% сюда. Мы назад вернуться же не сможем. Смотри! Какая-то комната. О, Жека, смотри, откуда мы вы. А, да. Да, мы там были. Я туда больше не пойду, а так. Я тоже не по. Опа. Жека. Это что такое? Жека, какая-то не очень уютная комната.
Смотри, трупаки, кровь. А где смотри, он еще дышит. Алло. Вы тут? Мистер. Мистер. Просыпайтесь, алло, мы пришли вас спасти. Жека, да, искусственное дыхание давай. В рот. Давай. Давай. По грудаку, как это, массаж сердца. Давай. О, все, задышал. Мистер, что с вами? О, мальцы, зря вы сюда пришли. Я тоже совершил такую же ошибку, как и вы. Ведьма вас так же обдурила, как и меня. Вам нужно было идти в проход со смертью. Это была ваша проверка на храбрость, но вы ее не прошли. Ведьма там спрятала зелье, чтобы вы стали большими, но сейчас вы никак туда не вернетесь. Поэтому единственный вариант — это напрямую сразиться с ведьмой и забрать у нее зелье. Оставьте меня тут, я уже не выживу. Бегите и заберите зелье. И отомстите за меня. Мистер, не умирайте! Жека, еще раз, рот 100% поможет, давай! Чтобы уже ничего не поможет, противный какой-то и воняет. Конечно, воняет, тут трупак еще говорит. Так, ладно, неважно, Жека, что нам делать? Ты слышишь, что он говорил? Ты понимаешь, что мы только что просрали свой шанс стать большими? Да. Я тебе говорю, лучше пошли за деньгами, там хотя бы богатыми бы стали. Ага. Если бы сюда пошли и ни хрена не добыли, то откуда мы вообще могли знать, что за смертью нужно идти, а? Что за проверка такая конченая? Да, ну нужно, это в этом-то и весь подвох. Ага, то есть мы не храбрые с тобой, Жека, да. Мы не храбрые. Пошел ты, пошли, Жека. О, смотри. Сюда. Подожди, я так и не понял, где ведьма-то находится? Ну, то он же сказал то, что нужно сразиться с нею. Ладно, это мы уже завтра будем выяснять. Ну, круто! Каждый раз я думаю, да, сегодня я стану большим. Ничего. Так каждый день. Но ты слышишь, что он сказал? То, что она нас ждет. Ой. Мама дорогая. Мам, что-то как-то она знает. Ой, Жека, что-то мне это не нравится, давай побыстрее домой отправимся, а? Мы сейчас задохнемся, мы ждем, у нас нет ни промокашек, понимаешь? Давай, Жека, давай быстрее, не хочу быстрее умирать от дождя! Я захлебываюсь! Такой путь, и умереть от дождя, не-не-не-не-не, Жека, нет, давай. Давай вот тут, давай тут, под крышей передохнем. Иди сюда, Жека. Шахту, быстрее. О, Жека, так, отдышался? Отдышался. Пошли! Вперед! Побежали! До дома! Давай! Тупая трава! Жека, давай, беги! Ой, как мне это не нравится! Ух, что я... Жека, давай, в туалет! Туалет! Можешь, в принципе, там заночевать, я тут буду, в доме нашем. Нет, спасибо. Офигенно! Все. Нужно выспаться, завтра идем убивать ведьму, она меня заколебала. Все, вот завтра мы точно ее убьем и станем большими. Харе в меня целится, а? Да, ребята, завтра точно станем большими, поэтому, если вы это ждете, не забывайте поставить лайк и скажите этому дебилу, чтобы не целился в меня. Все, я спать, спокойной ночи. Все, давай.